Педагогика развития академии требует наличия собственной школы. Тренировочный процесс должен быть непрерывным. И, соответственно, учебный день должен иметь формат, при котором дети могут и учиться, и тренироваться максимально эффективно. Если они, например, выезжают на какие-то региональные турниры, на сборы, дальше они могут просто догонять быстрее, что учителя понимают, куда отвлекаются учащиеся, они же игроки. Ребятам полезно и правильно получать образование и получать спортивное образование как раз в том месте, где они, то есть совмещать эти два процесса. Получать образование важно не только футболистам, а, наверное, любому современному ребенку. Поэтому здесь, наверное, не надо делить футболиста и не футболиста. Учиться надо всем, неизвестно, как сложится их жизнь в дальнейшем. Конечно же, я очень хотел бы, чтобы ученики, которые здесь учились, действительно там, через какое-то время вышли в профессиональном футболе. Можно сказать, вот это все мои ученики. Но кроме футбола надо иметь еще что-то, надо иметь надежные тылы. Школа очень красивая, новая, всем оборудованная. Детям очень нравится, и нам вообще, ну, конечно, в чистоте и в красоте работать всегда приятно. Дорогу осилит идущий. Будем работать с ними, будем их убеждать харизмой, собственным примером, еще чем-нибудь. То есть здесь даже не преподавание предметов, а отношение к работе, отношение к тому, что ты делаешь, отношение вообще, в принципе, к воспитанию, к образованию. Вот это важно. Это звонок такой, да. Ничего себе.